К другим новостям. Пятидневка в школе – да или нет? Принять решение по этому вопросу смогут сами ученики, а также их родители. Открытое интернет-голосование стартует уже завтра и продлится 3 дня. Все подробности прямо сейчас. Проголосовать смогут все школьники Московской области, от первоклашек до 11-классников, а также их родители. Для этого нужно с 15 по 18 марта зарегистрироваться на портале голосование2018.рф, адрес которого вы видите на экране, и проголосовать за или против пятидневной учебной недели в школе. Результаты станут известны 19 марта на портале голосования. Эта акция вовлекает учеников и их родителей в процессы управления школой, а также формирует у детей гражданскую позицию и учит самостоятельно принимать решения. Даниил Михайлов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.